Всем привет, ребята! Не ожидали, да? Мы возвращаемся в PvZ Heroes. Привет, соседушка. Опа, это же задание дня. В них можно использовать карты из событий недели и получать чумовые награды. Новые задания подаются каждый день. Ага, круто. Супермост против зеленой тени. Как раз мы там проходили битву за барбекю. Да, я смотрел старые видео. Ну-ка, вспомните старые времена. На газон выйдут супермозг с колоды попадания в цель и зеленая тень с колоды вредные бобы. Я не помню, но только боярышник и бобовод могут напомнить. Пенелопщине, насколько она сильна. Чего? Так. Я бы убрал антигероя. И еще повторного. Во, хорошие карты. Ну-ка. Так. Компьютерный боб. Я так подозреваю, что его нужно уничтожить. Выберите, куда переместить. Три атаки. Окей. У него есть способность прочер, и мы повредили героя. Так. Добавляет горшок с золотом в вашу колоду. Амфибия обладает способностью кровожадность. Все бесята, а это нам подходит. Получает плюс 2 амфибии. Бонусную атаку мне нанесли, каким фигом. Только зомби так умеют. Горшок с золотом. И... Не, в моей колоде ничего нет. Слишком долго думаешь, а? Если зомби используют прием. Ёкарный бабай, мне и приемы нельзя. Щит. Ой, дура! У меня же щит есть. Огненный петух. В смысле? Это еще как? Вообще любой прием. Абсолютно любой, даже просто дышит. Так, приемы использовать мне нельзя, значит. А что мне можно, собственно говоря, спрашивается? У меня 12, у нее 12. Фу ты, блин, 15. Кажись, я проигрываю. Так, когда здесь разыгрывается растение, перемещается на случайную линию. Давай опробуем. И антигерой 3. Все бесята кровожадные, поэтому... Я, кстати, не знаю, что дает шаманство бога. Вытягивает карту. Ёшкинку. Не кот, но хуже. Но все равно, они сейчас будут уничтожены. Так, ковбойчик. Амфибия прочек. О-о-о. Когда этот зомби наносит удар в растение, герою он перемещается вправо. Право. Окей. Так, использовать мне нельзя приемы. Не, вы прикалываетесь, она просто взяла и сменила карту прямо на поле. Я тебя убью. Мне ж нельзя прием использовать, точно. Ауч. У нее тоже щит. Но благо она не воспользовалась способностью. Так, прыгун.
При появлении рикошет растения. То, что надо! То, что надо! Я даже морочиться не буду. Рикошет растения в смысле на линии или рандомного? Сейчас посмотрим. Я обожаю эту игру, потому что она стратегическая. Так, что там было написано? Я не увидел. Да блин, поставила было на воду заморозка зомби. И что? Так, рикошет. Естественно, этого. А теперь... Остановиться. На! Все, теперь у нее вообще нет растений на поле. А-а-а. Сейчас мы идем. А, вот и горшок золота. Так. Прыгун. Огненный петух. Здесь разыгрывается растение, перемещается на случай на линию. Если карта попадает на линию, наносит 1 единицу урона всем растениям в линии. Бред какой-то. Так. Рикошет растения и петух. Блин, у меня 7, у нее 13. Так нечестно. Юма, это что за баклажан? Ладно, сюда. Рикошет. Так. Вытягивание трех карт. Мне нужно. Вот другое дело. 4. Блин, жалко, у меня не было в то время щита. Вот, 6 и 3. Вот это уже более возможно. Так, пират с обезьянкой. Разыгрывается растение, перемещается. В общем, не важно. Просто ставим. Так, а это у нас что? Зомби получают кровожадность и прочее. Лучше оставим. Ну блин, опять такие. Опять-таки, если она поставит, то мне все, мне хана. Лучше не проигрывать. Рикошет зомби. Ой, да подумай. Блин, у меня щит. У меня щит сработает. Ребятушки, не паникуйте. Рикошет. Так, перемещение и дает ему плюс 1. Угу. И бонус на атаку он наносит. Так, удачно. И... Блин, растение получает плюс 2. О, нет. Это вообще не растение, это луна. Так. У меня, в принципе, 9, так что могу поставить любое. Вот я сейчас так же, вот, мою. Так, амфибия команда. Но нет, второй. В смысле, блин, второй нет? Вась! Ты в адеквате? Так. Ладно, давай бонус на атаку. Бонус на атаку рикошетом. Так, у меня щит работает. Кровожадность. И вытянули петуха. Да! Отлично! Я впервые в жизни так прошел это задание бонусное. 9 минут записи. Ах, видеть, вот это я думаю. 280 до этой карты. 2 игры зомби-героя, мы получим кристаллики. Офигеть. Смотрите видео, чтобы получить самозамене. Не-не-не-не-не-не-не. Я уже выиграл, я уже не хочу. Ну-ка, геройские задания. Ну, давайте еще раз зомби сыграем. Сегодня у нас будет... Что-то я еще хотел. Я хотел показать вам колоду мою суперскую. Дело в том, что я все перепроходил.
определенных моментов. Разве что антигерой. Разве что можно. Это все по кругу, ладно. Зубастизила поглотит все в поле боя, если его не остановить. Окей. Выращивайте больших. А, блин, это он выращивает больших и крепких. Ну-ка, сейчас посмотрим на одного. Зубастизила именно выращивает. Я помню еще, когда на мобилке играл. Зубастизила именно выращивает растений и отращивает им корни. При использовании приема. У меня как раз есть прием. Мы не будем никого выше ставить. При использовании сверху. Ах ты ж мышь. Так. Перемещение зомби плюс один. Еще. Плюс один при использовании. Рискуем, девочки, но что поделать. Два. Три. Короче, его выбью. Так, дальше. Такого же возьмем. Все морочится. И нанесем бонусную атаку, пожалуй. Две карты. Ах ты ж! Так, вот это сейчас вообще нечестно было. Бонусная атака. Так, этот теперь выживет. А, нет, не выживет. Но зато у меня щит и способность перенести зомби, который нанесет бонусную атаку. Так, у нас есть бесенок. Да харе! Все растения при том у него зеленые. Зелебоба. Теперь остается только молиться до следующего щита. Угу, Боргчоу выбили. Так, амфибия. Амфибия, но я ее, пожалуй, размещу. Не там! Чуть-чуть промахнулся. Вытяните две карты. У тебя кадмия, что ли? У тебя их там полно. Пожалуй, я перемещу его, потому что я знаю, кто это. Он не должен вырасти. Так, перемещение зомби сюда. Угу, щит. И кровожадность. Оставлю. Блин, у меня зомби-то и нет уже. У него куча карт. А есть типа уничтожить растение. Сейчас посмотрим, что это за глиняный сундук. Так. Вытяните карту за каждого зомби. За каждого? У меня их нет. Блин, точно. За каждого на поле. Всё, мне хана. Мне хана. На! Так. Короче, секрет успеха в том, что мы должны как бы отбить подачку в начале. Угу. Так, а у нас следующее это босс. Квестики. Геройские задания. Супермозг. Прием дымовая бомба на зомби антигероя. Да я вроде как использовал. Разыграйте 3 горошины. Разыграйте ценой 3 единицы солнца во время 2 ходов. А не слишком ли много вы просите? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вот такой вот был выпуск. Я надеюсь, вы не забыли про эту игру. И всем пока!